Starts off in verses 1 through 4. Стихи с 1 по 4. With a promise that God was going to destroy Edom. Начинается с обетования, что Бог истребит Едом. There is discussion among the nations. Ведется беседа между народами. They say, "Arise, let us go against her, Edom, in battle." Вставайте и выступим против него войною. And this would be discussion by both Assyria and Babylon. Это такие разговоры ведутся между Ассирией и Вавилоном. Looking here on the map, and I'm going to locate Edom for you on the map. Я сейчас хотел бы изобразить схематично на карте, где находился Едом. If this is the nation of, or this is the Sea of Galilee in the north. Давайте представим, что это море Галилейское, расположенное на севере. This is the Jordan River coming down. Это река Иордан, протекающая вот в этом направлении. And this is the Dead Sea. А это Мертвое море. This would be Edom down here. Здесь располагается Едом. Down to the south. К югу. It is a desert area. Это пустыня. Very rugged country. Достаточно сложные климатические условия. And then in verse 2, и во втором стихе, the promise is that God is going to make her despised among the nations. Бог дает такое, как бы обетование: ты будешь в большом презрении. Destruction of Edom is certain. Разрушение Едома неотвратимо, оно определено Богом. There were many cliffs in the region where Edom lived. В том месте, где располагается Едом, есть много скал. Rocky strongholds, places where you could hide. Как раз это то самое место, где легко укрыться. And Edom thought that he was unassailable. И едомляне в то время думали, что они неприступный народ, то есть как бы их очень сложно завоевать, их очень сложно захватить. No way anyone will be able to defeat me. I'm safe. Так они и думали, что мы находимся в безопасности, никто не сможет завоевать нас. So not only has Edom historically mistreated Jacob, Israel. А поэтому получается, что исторически Едом не только неправильно относился к Израилю, то есть к потомкам Иакова. But Edom is guilty of incredible arrogance. Но к тому же страдал таким грехом, как невероятное высокомерие, гордыня. And for that reason, God will bring Edom down. И именно по этой причине Бог сделает так, что Едом будет в большом презрении. Very graphic language in verse 4. Достаточно выразительный язык в 4 стихе. You can go ahead and build high like an eagle if you want to. Ну вы хотя бы как орел поднялся высоко и среди звезд устроил себе гнездо. Set your nests among the stars. But from there I will bring you down. То оттуда я низрину тебя, говорит Господь. In verses 5 through 9, there is a city that will be plundered. This is the capital city of Edom. В стихах с 5 по 9 упоминается город, который будет также разрушен. Это столичный город в Едоме. The city is not named here, but it is Petra. Здесь не дается название этого города, но это город Петра. And it describes the kind of destruction that is going to happen to Petra. И здесь как раз описывается то самое разрушение, которое грядет на Петру, столицу Едома. There is a contrast between the kind of destruction that happens with a thief who robs a house and the kind of destruction that will happen to Edom. И здесь дается противопоставление между тем разрушением, разорением, которое делает вор, когда приходит, чтобы ограбить дом, и тем разорением, которое грядет на Едом. A thief will take what he wants. Здесь говорится о том, что вор приходит и берет то, что ему нужно, то, что он хочет. Take what he can sell. То, что он, например, может продать. But he will usually leave a lot in a house. Но обычно берет он из дома не все, а то, что, только то, что ему нужно, а что-то оставляет. But according to verse 6, Esau will be ransacked. В шестом стихе написано так: как обобрано все у Исава и обысканы тайники его. Здесь подчеркивается та мысль о том, что Исав будет разорен полностью. And there will be a conspiracy by the nations that surround Edom against her. И также народы, которые окружают Едом, будут вступать в союз друг с другом для того, чтобы выступать против Едома. Talks about those who are on the borders of Edom.
Здесь говорится о тех, кто живет на границе с Едомом. And those on the borders would be the nation of Syria to the north. Сирия на севере. And Egypt to the south. Египет на юге. And Arabia. Аравия. To the south and west. На юге и на западе. All of these will come together and все эти народы объединятся между собой against Edom. И заключат союз против Едома. These are trading partners. Это те народы, с которыми Едом вел торговые отношения. Edom has historically traded with all these countries. Едом располагался таким образом, что исторически вел торговые отношения со всеми этими народами. But they will not stand with Edom in the day of distress, destruction. Но в момент истребления, в момент разрушения, они не будут рядом с Едомом, поддерживая его, а будут выступать против него. When in verse 9, the author mentions Teman. В 9 стихе употреблено слово Фиман. That is just another name for Edom. Это синоним слова Едом. And the thought is Teman, Edom will be destroyed. И мысль здесь прослеживается такая: Фиман, то есть Едом, будет уничтожен. Now, why will Edom be destroyed? Почему Едом будет истреблен? It is because of violence done to his brother Jacob. За то насилие, которое он проявил к своему брату Иакову. From the very beginning, с самого начала, Esau has hated Jacob. Мы с вами это уже установили, Сав ненавидел Иакова. At the very ancient, at the very beginnings, с самого начала, еще в древности, we might even say for good reason Esau hated Jacob. Мы даже можем сказать, что у Исава, в принципе, был повод ненавидеть Иакова. But for that past hatred, God is going to hold Esau guilty. Но все-таки за эту ненависть Бог привлечет Исава к ответственности, объявит его виновным. Because Esau should have recognized Jacob as God's choice. Потому что Исав должен был понять и признать, что Иаков — это Божий выбор. But Esau had a carnal heart. Но у него было secular heart. Сердце, он был таким плотским очень человеком. And he did not submit to God's will. И не покорился Божьей воле. Then there are things going on at the time that Obadiah writes. А теперь происходят определенные события во время написания книги пророка Мавдии. And you can take a look at a couple of passages sometime when you're in your own home. Когда вы будете изучать самостоятельно Библию, вы можете обратить особое внимание на несколько стихов. Look at 1 Kings chapter 11. Например, 3 Царств, 11 глава. And 2 Kings chapter 8. И 4 Царств, 8 глава. Where there is a description of Edom either rebelling against Israel, там описывается как раз противление Едома Израилю, or actively opposing the people of God. Либо он противится, либо он нападает на Израиль. And when I say Israel now, I mean Judah, the southern kingdom. И когда я сейчас говорю Израиль, я подразумеваю Иуду, Южное царство. So Edom will be judged because of her past hatred of Jacob. Итак, на Едом грядет наказание за достаточно продолжительную ненависть по отношению к Иакову. Her present hatred of Jacob. И уже существующую, недавно возникшую ненависть по отношению к Иакову. And because in the future. И даже за то, что в будущем. Edom will greatly wrong the nation of the Jews. Едом будет неправильно относиться и неправильно относиться к Иакову. And that is the thought of verses 11 and following. Именно эта мысль прослеживается в стихах с 11 и далее. I almost said of chapter, but there's only one chapter. Я даже уже хотела сказать первой главы, но здесь только одна глава. Verse 11. 11 стих. God is saying. Бог говорит. That as Judah was sacked, was destroyed by Babylon. Edom just stood by and watched. Когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Now, this is referring to the destruction of Jerusalem in 586 BC. А здесь говорится о разрушении Иерусалима в 586 году до нашей эры. They actually took part in the plunder against Jerusalem. То есть они участвовали в заговоре против Иерусалима, имеется в виду едомляне. And that is what Edom actually did. Вот в этом преступлении обвиняется Едом. They gloated over, they made fun of their brother's calamity.
они не просто участвовали в заговоре против Иерусалима, то есть они стояли, молча смотрели и даже радовались о том, какие бедствия и несчастья постигли их братьев. And then in verse 14, а дальше в 14 стихе another thing that Edom did is pointed out. Едом обвиняется еще в одном преступлении. Edom was down to the south of Judah. Едом был на юге Иуды. And when Babylon came from the north and came to destroy Jerusalem, вавилоняне пришли на север для того, чтобы разрушить Иерусалим. Many of those in Jerusalem tried to flee to the south to go to Egypt. Многие люди из Иерусалима бежали на юг для того, чтобы потом бежать в Египет. But the people of Edom kept them from fleeing. А едомляне что делали? Они их ловили. And returned them to Jerusalem. И возвращали в Иерусалим. So that they were killed by the Babylonians. Чтобы отдать их на поругание и на истребление вавилонянам. That's what Obadiah means in verse 14. Вот в 14 стихе Авдий это имеет в виду. By cutting down the fugitives. Не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Now none of this had happened at the time Obadiah wrote his book. None of it had happened. Но ничего подобного не происходило в тот период, когда Авдий писал свою книгу. Because remember, he wrote in about 830 BC. Потому что мы с вами, ну, для себя определили все-таки, что книга была написана в 830 году до нашей эры. And Babylonian came in 586. А вавилоняне пришли в 586 году. But all of this, Obadiah saw in a vision from God. Но Бог открыл это Авдии, и он видел это как видение от Бога. So the basic outline is this. Поэтому общий план такой. Esau or Edom has always opposed God's people, Jacob. Исав и в его лице Едом всегда противились брату Иакову и потомкам Иакова, соответственно, то есть Израилю. В прошлом, in the present, настоящем in the future. И в будущем. And for that reason, God will destroy и Edom. По этой причине Бог истребит Едом. And that is what is prophesied in the book of Obadiah. Именно это и предрекает пророк Авдий. Verse 15. As you have done, it will be done to you. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. And again, as we've seen so many times already in the prophets. И опять-таки уже не первый раз мы с этой мыслью встречаемся в книгах пророков. We have the law of the harvest. У нас есть здесь имеет место закон урожая. We reap what что we посеешь, sow. Что пожнешь. Now there is at the end или of the book, закон жатвы. Verses 17 through 20, the end of this short prophecy. И последняя часть этого короткого пророчества, стихи 17 по 21. A wonderful prediction of the final deliverance of Israel. Это прекрасное пророчество о конечном избавлении народа израильского. And the promise is that Mount Zion. Здесь дается обетование, что гора Сион, another way to refer to Jerusalem, еще один синоним Иерусалима, will be a place of escape for God's people. Будет спасением для местом спасения для Божьего народа. Remember, they were trying to escape Jerusalem. Помните, они хотели бежать из Иерусалима. In the future, it will be the place to escape too. А в будущем это будет место, куда они будут стремиться. And the house of Jacob, this is a marvelous picture. И дом Иакова — это великолепный образ. The house of Jacob will be a fire. Будет огнем. And это 18 стих. А дом Исаава, Иосифа, а дом Исаава в соломою. That will be burned by the fire of Jacob. Который сгорит в огне Иакова. For the Lord has spoken, verse 18. Ибо Господь сказал это, стих 18. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. The remainder of the book goes on to talk about the final victory of Israel. В оставшихся стихах говорится о конечной победе Израиля. They will possess the lands, especially the lands down south. Они завладеют землями, особенно землями на юге. Happens to be the lands where Edom exists at the time that Obadiah is writing. Как раз теми землями, на территории которых располагался Едом во времена Авдия. And then the last verse is a picture of the ultimate victory of the kingdom of God. Рисует нам картину конечной победы Царства Божьего. So, Esau will be judged, чтобы судить гору Исава, and the kingdom will be the Lord's. И будет Царство Господа.
Hosea took quite a lot longer than that, didn't it? Осия гораздо больше описал, не так ли? Any questions or comments that you'd like to make about Obadiah? И книгу Осии мы с вами изучали дольше, чем эту книгу. А есть ли какие-то вопросы или комментарии? Да, вот что-нибудь известно о личности Авдия вообще? Is anything known about the personality of Obadiah? Do we know anything about him as a man, as a person? Unfortunately, we don't. К сожалению, ничего не известно. I don't know that he is mentioned anywhere in the Bible. Мне даже неизвестно, упоминается ли он где-нибудь еще в Библии. His name means servant of the Lord. Его имя означает слуга Господа. But I don't have any reference of him being mentioned anywhere else. Но, по-моему, нигде нет ссылок на то, чтобы он упоминался где-то еще. Jehoram was the king when Obadiah wrote. Иерам был царь во время правления которого Авди писал свое пророчество. And Jehoram was the not very good son of a very good father. И вот этот самый Иерам был не самым успешным и хорошим сыном своего очень хорошего отца. Jehoshaphat was a tremendous king, a God-fearing king. Был прекрасным царем, богобоязненным царем. And one of the contrasts we'll see. And we should know between the northern and the southern kingdom. И вот одну разницу, которую мы должны видеть между южным и северным царством. There were no God-fearing kings in the north. Эта разница заключается в том, что в северном царстве не было ни одного благочестивого царя. Every one of them, without exception, was an idolater. Все без исключения были идолопоклонниками. But in the south, in Judah, there were some good kings. А было несколько благочестивых царей. Jehoshaphat, Hezekiah, Josiah. Иосия и Иезекия. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.